вес 57 кг. Вес гантели 1 кг. С гантелями средний темп, без гантелей максимальный темп. Уклон и пробиваем снизу в селезеночку. Всем привет и с наступающим Новым годом! Сегодня у нас будет новогодняя тренировка с гантелями. Я покажу свои излюбленные упражнения, на которых я нарабатываю скорость и хлесткость удара. Мой вес 57 кг. Вес гантелей 1 кг. Первое упражнение. Стоим в боевую стойку. Двигаемся в челноке. И пробиваем передней рукой джек. С гантелями средний темп, без гантелей максимальный темп. Пробиваем задней рукой прямой в голову, разворачиваем пятку, таз, плечо закрывает подбородок, разворачиваем кулачок. И вторая рука на защите. С гантелями средний темп, без гантелей максимум. Поехали. Соединяем то, что было в первом и во втором, и в конце добавляем двоечку. Поехали! Немножко усложним. В конце после двойки делаем уклон и пробиваем снизу в селезеночку. Поехали. Добавляем с передней руки боковой на выходе. Поехали. Бой с тенью. Также с гантелями средний темп, без гантелей максимальный. Подписывайтесь на канал. С наступающим Новым годом. Всем добра, счастья, любви. С вами был Артем Кадакушин.